Сейчас мы в Эцике. Сегодня 2 апреля. В Эцике сделали деревянную дорожку. Это выход к морю. Не в это время только лес красивый, все тут красиво. В любое время года здесь очень красиво. Осенью тут и боровички, забыла, как называется, какие-то. Тут прекрасно, тут очень много народу отдыхает. И тут причем, знаешь, отдыхает как бы публика такая более культурная, потому что с машинами можно здесь останавливаться бесплатно. А тут такая красота, потому тут мало народу, что не знают, что тут так красиво, и лес, и море близко. И по этой дорожке идем, когда плохая погода, она спасает нас. И она ведет прямо к морю, эта дорога, не заблудишься. Аминь.